плохое питание, нерегулярное питание, напряженный образ жизни и недостаток физической активности приводят к тому, что все больше людей в Европе и США борются с лишним весом. Диетологи предупреждают, что, во-первых, мы начинаем с избыточного веса, а затем остается всего лишь небольшой шаг к ожирению. Это, в свою очередь, увеличивает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Препараты тяньши, карб-блокер, капсилит и хитозан помогут в борьбе с лишними килограммами. В некоторых районах Китая люди имеют хорошее здоровье, и в то же время они очень стройные и красивые. Было обнаружено, что это происходит за счет уникальной диеты на основе белой фасоли. Поэтому экстракт белой фасоли стал основным компонентом препарата «Карб-блокер». Активный ингредиент фазеоламин влияет на процесс превращения потребляемых углеводов в сахар и жиры. Таким образом, всасывание углеводов в нашем организме блокируется, и мы худеем. Капсаицин и пиперин являются наиболее важными компонентами второго препарата для похудения тяньши – капсилит. Капсаицин, полученный из перцев чили, эффективно снижает аппетит, тормозит процесс образования жировых клеток и ускоряет обмен веществ. Организм сжигает калории быстрее, что приводит к потере веса. Ускорение метаболизма также вызывает пиперин – экстракт черного перца. Кроме того, это вещество стимулирует секрецию пищеварительных ферментов в желудочно-кишечном тракте. Третий препарат для похудения – хитозан. Вещество, присутствующее в продукте, быстро связывает жиры в организме. Оно превращает их в большие комки в пищеварительном тракте, и вместо поглощения жир удаляется из организма. Это уникальная группа продуктов – карб-блокер, капсилит и хитозан создают последний, самый модный рецепт для похудения. Он также влияет на улучшение нашего здоровья. Препараты для похудения тяньши могут быть использованы вместе или по отдельности. Если мы хотим использовать продукты вместе, мы должны принять одну капсулу капсилит за 30-60 минут до тренировки, а в дни без физической активности – перед завтраком. Второй продукт – карб-блокер – следует принимать за 15 минут до еды, по одной капсуле два раза в день. Хитозан также следует принимать перед едой – две капсулы два раза в день. Тем не менее, я должна добавить еще одно. Не забывайте про физические упражнения. Если объединить физическую активность с такими отличными добавками, можно добиться наилучших и наиболее очевидных эффектов потери веса.